Коттеджный поселок «Маленькая Шотландия», деревня Пекино, на сутки превратился в маленькую Венецию. Из-за резкого потепления в середине недели талая вода с прилегающей лесополосы хлынула в жилую зону. Сам лодку приобрел просто, чтобы порадовать ребенка. Для того, чтобы там просто, чтобы ребенок могла ни разу лодку не плавала. Другая жительница деревни Пекино, Светлана Тишина, говорит, пришлось для всей семьи специально покупать резиновые сапоги. МЧС приезжали, посмотрели, сказали, что это из-за активного таяния снега. Такого не было. Люди живут по 5, по 10 лет, такого не было еще. На место подтопления сразу прибыли оперативные службы города, привлекли дополнительные ресурсы МЧС и Химспаса. Для перекачки воды в деревне установили насосную станцию, а при помощи мешков с песком перекрыли водопропускную трубу, через которую поток поступал из леса. Помпы, которые сейчас работают у нас за спиной, объемом 300 кубов в час каждая, они помогают удержать тот уровень, чтобы не поступала вода и не затапливала фундаменты, двери домов. Администрация сейчас окажет содействие, службы все, и, конечно, до полной ликвидации, пока полностью мы не ликвидируем, не убедимся, что поток воды, который у нас сейчас имеет, сюда больше не поступает, мы отсюда не уйдем. Такое большое наводнение в коттеджном поселке впервые. Подтопление прежде всего связано с резким потеплением. Лесной массив расположен рядом с жилищным комплексом. И оттуда вода начала поступать в низину коттеджного поселка, где расположены несколько домов. Подвалов данных домов нет, квартиры не затоплены. Вода подошла только к ступеням, соответственно, жилых домов. Ежедневно мы производим осмотр территории. К сожалению, мест, которые склонны к подтоплению, у нас существуют также и другие. Поэтому мониторинг ситуации происходит ежедневно в несколько раз в день. На данный момент подтопление в коттеджном поселке «Маленькая Шотландия» ликвидировали. К утру пятницы паводок полностью устранили. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.